часиков 5-6. Вот, и поиграли вдвоем в тесной компании. Я напишу Дреду по этому поводу, если у него будет желание реально поиграть в кооп, то может быть, все может быть. Все может быть. Ну ладно, давайте немного колду еще попучим, совсем немножечко. Потом, может быть, кейсы пооткрываем в Counter-Strike, а может и нет. Может быть, сразу пойдем во второй фалач. Так. Еще раз извиняюсь за эти постоянные откашливания. Я знаю, как это раздражает. У меня самого голова от них болит, но по-другому никак. Капрал Попка. Капрал Порта. Спасибо за подписку. Война всегда одна. Black Ops 2 — это любимое дитя студии Триарх, и все мы безумно рады представить наше творение миру. Каждый из нас фанат видеоигр посвятиший... Чего? Дитя? Чего? Любимое дитя студии Триарх, и все мы безумно рады представить наше творение миру. Каждый из нас фанат видеоигр посвятивший... им большую часть своей жизни. Мы хотели бы поделиться теми удовольствием и радостью, которую дарили нам игры, запятая, с другими фанатами видеоигр. Без вас... Хорошо, Эниман, спасибо. Без вас, запятая, у нас бы не было этой возможности, запятая, поэтому огромное вам спасибо. А теперь, запятая, время повеселиться. Что это за дресня? Что это за дресня? Кто это писал? Что за умственно отсталый ребенок написал это дерьмо? Мой мозг. Слушайте, я беру назад все слова относительно озвучки этой игры. Просто забудем все, что я говорил относительно озвучки этой игры. Я... в шоке полнейшем сейчас нахожусь. Я даже играть расхотел. Господи. Или может быть... может быть, в Триарх есть какой-то русский, который давно забыл язык и... Ох ты, господи, ты ж боже, ты мой. Такого фейла. Такого фейла я реально давненько не видел. В игре ААА класса. Просто такое полотнище. Мне вспоминается выпуски Джеймса Рольфа АВГНа, когда он в игру проходил, и там английский, ну, китайцы переводили, точнее, ну, в общем, вы поняли, английские локализации японских игр, там всякие Congratulations там и так далее, но дитя студии, все... Где везде, где нужны... везде, где нужны мягкие знаки, они пропущены. Какие-то запятые, просто совершенно маразматические. Да, Джестер, есть такое дерьмо. Но знаешь, эта концовка, она такая дерьмовая, что, если честно, то хрен бы с ней. Я бы, наверное, легко бы догадался. О ней. Может, это сама студия Триарх переводила. Ну, значит, это от чистого сердца. Диовище, спасибо за подписку. Война всегда одна. Ах, господи. Ну и срань. Давайте пару миссий. Чего? Алло. Я вчера прошел половину игры. Вы что, издеваетесь надо мной? Какой пол моего агента? Какой пол моего агента? Вы что, травите, что ли, меня? Сейчас, секунду, что-то не так сработало, видимо. Перезапущу игру.
Я же выходил, нажался сохраниться. Ну, я не мог не нажать сохраниться. Это происходит по умолчанию. Компьютер перезагрузи поможет? Серьезно? Военные были правы. Стейнер 0988, спасибо за подписку. Нет, я не верю в это. Я не верю в это. Да вы шутите. У меня просто слов нет. Боже ж ты мой. Попробуй выйти из сети. Давайте попробуем. Да, наверное, может быть, это последний шанс поиграть в нее, потому что сейчас она вылетит у меня с жесткого диска в помойное ведро, если это дерьмо похерило мой сейв вчерашний. Слава богу. Да, видимо, прошлый раз, вчера, видимо, когда я начинал игру, скорее всего, она... Помните, у меня постоянно фейл с коннектом был весь день вчера? В этой игре, видимо, ну да, здесь отдельный сейв для онлайна и офлайна. Но это просто жесть, я аж вспотел по новой, надо вспомнить. Нет, нет, нет. Военные были правы. Дарт Благас, спасибо за подписку. Я аж дух перевести захотел посидеть немного. Бывает же такое. Ну да ладно. Говно случается, в этот раз не случилось, и хорошо. И хорошо, друзья мои. Лежу в ванной, смотрю стрим. Я бы хотел лежать в ванной и вести стрим, ты знаешь, я надеюсь, что... Я просто не готов рисковать и ноутбук в ванну брать. А может, стоило бы. А может, стоило бы. Так, вроде поднастроил звук, все дерьмо. Ну что, ребят, может сходить на миссию со снайперской винтовкой, как вы считаете? Давно я не ушел. Говорю, ты об этом пожалеешь. Безмертные жаждут мести. Когда мы доберемся до Кейн, от нее и клочка не останется. Давно я уже не испытывал этой страсти сражений. Ты знаешь, они хотят, чтобы мы за ней пришли. Хотят, чтобы мы увидели последствия наших действий. Действия — это не наши, Хендрикс. Что бы они ни делали, это их вина. Тигра какая-то тихая стала, не знаю. Короче, за техническую составляющую я единичку ставлю. В ванной без вебки нельзя. Ну, я вообще не люблю с вебкой стримить. Я обратил внимание, что мне самому нравятся больше стримы без вебки. Вот они позволяют как-то, знаете, воображение развивать. Вы можете меня представить, каким вы хотите. Вы примерно знаете, как я выгляжу. Поэтому можете представить меня худым, толстым, сексуальным, здоровым, больным, чешущим яйца, каким угодно, ребят, каким вы хотите меня видеть. Закройте глаза и представьте меня. Используйте свое воображение. А с вебкой вы бы знали, как все выглядит, и это было бы не так классно. Да, видимо, в этот раз у меня что-то усиление приложения не срабатывает, но да ладно. Вторая снайперка без отвора, автоматическая. Не, мне она тоже не понравилась. Мне она не понравилась. Сейчас я посмотрю, какие у меня ништяки есть на последнюю снайперку.
О, глушак. Блин, глушак, это очень сексуально. Улучшенные оптические. Я вот только не знаю, какую оптику взять. Нет, такая мне не очень нравится, кстати. Red Dot, наверное, даже прикольнее в снайперке был бы. Да, я хочу взять снайперку сейчас на войну. С ней очень неудобно проходить, вы видели, какой имбовый большой пулемет, но тем не менее. Игра тиховато будет сегодня, к сожалению. У меня что-то не работает усиление приложений. А может быть, раздуплиться немножечко. Голым представляете меня? Клево. Привет, ЛГБТ-сообществу. Гудгеймы, да. Секретный проект ЦРУ привел к трагедии, погубившей более 300 тысяч людей. Теперь веришь, когда я говорю, что Кейн морочит нам головы? Думаешь, она знает больше, чем говорит? Думаю, Тейлор наткнулся на то, что не предназначалось для его глаз. И вот теперь за ним следят. Может быть. Но Кейн на нашей стороне. Я бы рассказал, что происходит в этой игре для тех, кто вчерашний стрим не смотрел, но я понятия не имею, я вообще не понимаю, о чем. О чем она, в чем сюжет заключается. Кроме нас никто не вытащит Кейн. Она не дура и умеет выживать. Она дождется нас. Насколько я понимаю, они спасают своих товарищей или что-то типа того, вот по очереди. До этого спасали мексикоса, которого захватили роботы-тентакли. Теперь спасают Кейн. Я не знаю, ребят. Я знаю только, что поезда нет. Кейн, это все, что я запомнил. Мы на периметре. Выходим из карантинной зоны. Я сказала, не приходить за мной. Не перевозбуждайся. Мы еще не пришли. Какой статус? Убежище еще безопасно? Пока. Камера показывает, что бессмертные приближаются, уничтожая все на своем пути. Да. Ну и ну. Мы скоро будем. Держись. Сколько по времени будет колда? До Нового года, я думаю. Я бы не надеялся на ее спасение. Они серьезно настроены. Как и мы. Мы не уедем из Сингапура без нее. Оу, е, Сингапур. Бессмертные убивают всех, кто находится между ними и убежищем. Напоминает... Я такого не видел. Этот Сингапур немножко напоминает, конечно же, вы сами понимаете, Дубай, в котором я уже побывал на своих стримах. Ребят, по звуку вас устраивает все? Ну, как новая НФС, я не люблю гонки. Я очень жалею, что купил эту игру. Если бы можно было в PSN как-то деньги назад наверняка потребовать, я бы обязательно это сделал. Но я не люблю гонки. Согласен. Срежем тут. Минуем несколько кварталов. Киберруки? Я не знаю где. Видимо, их заменили на просто руки. Так, давайте тест Ваномаса проведем по-быстрому. Ну а чё, неплохо так. Полигончиков не пожалели, в принципе. Вот текстурки, конечно, вообще никуда не годятся. Ну это просто битва на реке Калки. Это... позор, это позор. Все хорошо, ну все, поехали тогда. Поехали играть-то. Игра-то топовая, я не знаю. Сегодня весь день школьники какие-то. Я захожу на стрим к Дреду, он говорит, вот купил колду. И школьники, колда новое говно. Да нормальная колда. Прошлые были такое же говно, даже хуже. Не понимаю такого хейта. У них то ли денег не хватает на нее, обычно так себя ведут, когда что-то позволить себе не можешь или... не знаю, тормозить на их компах калькуляторных. По мне так нормально. Я не понимаю, я не люблю колду, но мне нормально играется. Вообще не парюсь. Я сегодня лежал и думал, блин, вроде пора челлендж начинать, но с другой стороны в колду охота пошпилить. Посмотрите, какие тени, блин. Смотрите просто. Вот это освещение, это я понимаю.